Украине женщина, заразившаяся свиным гриппом, родила здорового ребенка. О том, что 36-летняя жительница Киева – носитель вируса H1N1, а врачи выяснили только, когда она попала в больницу. Чтобы спасти ребенка, женщине пришлось сделать кесарево сечение. Сейчас младенец вне опасности, однако жизнь роженицы находится под угрозой. Брали у нее анализы, как бы выяснили профессора, что грипп повредил ей все органы, все системы. Сейчас она находится как бы на грани. Все борются, врачи, профессор Каминский. Напомню, в Украине уровень эпидемии остается высоким. От этой болезни уже скончались 273 человека. Четверо из них не достигли совершеннолетия.